А ми повертаємося до студії. У нас вже наступний гість. Це Богдан Василенко, головний редактор тижневика «Субота Плюс». Богдан, вже ти не перший раз у нас у студії. І цього разу тебе привів, чи ми тебе привели до студії у зв'язку з твоїм постом у Фейсбуці, котрий викликав певний резонанс у соціальних мережах. І він був присвячений насправді такій благородній цілі. Тобто ти намагався з'ясувати, хто насправді має бути депутатом міської ради, там не через якісь там гроші, а тобто за покликанням, тобто людина, котра справді там щось робить, якісь проявляє якусь соціальну активність, переживає за своє місто. Тобто розкажи взагалі, як ти це придумав, тобто як відбирав людей, про котрих ти написав. Ну, хотілося б немного поправити, тому що ви сказали, що я отобрал людей. На самом деле целью вот этого поста было не отобрать каких-то людей. Ну, тобто ты когось запропонував? Да, я хотел начать дискуссию. Сколько места в списке, скажем? То есть, начать просто потому, что вот что я заметил последние полгода, и общаясь с политиками, с общественниками, что эта дискуссия вообще не ведется. Вот. И вот после очередного поста, когда уже, извините, оппозиционный блок фактически наметил там кандидата в мэры, когда уже понятно в нескольких партий со старыми товарищами, кто пойдет на депутатов горсовета, а среди, скажем так, майдановских, демократических сил, провластных, нынешних хунтовских сил этих, никакой дискуссии вообще не ведется. Делал я интервью вот с представителями двух самопомощей, второй пока еще не вышло, там я ожидаю одного момента. Меня очень смутила фраза о том, что да, мы будем идти, если мы будем идти в горсовет, мы знаем, кого мы поведем, это наши коллеги. То есть у господина Марченко коллега, у господина Гришина коллеги. Неизвестно широкому загалу, да. На 4 на самом деле, широкому загалу эти коллеги неизвестны. И у меня появилось подозрение, что и остальные политические партии наши известные опять будут выезжать не на каких-то интеллектуалах, не на известных в Запорожье людях, а просто на бренде, как в старые добрые времена. То есть кто давайте грубо говоря, знает господина Марченко, вот так если массово, или господина Гришина? Сравнительно немного. Согласитесь, я при всем уважении, да. Но сравнительно немного. А знают что? Знают бренд самопомощи, знают кого? Господина Садового. Люди будут голосовать за них. И вот это, а паровозиком можно вот господину Садовому, к его бренду раскрученному прицепить, кого хочешь. Ну, да. Хоть списки продать. Хоть... Причем он знать об этом тоже не будет. А это не обязательно. Да. Достойные люди, да. Достойные люди. Вроде да. Не уголовники, и да. Хорошо. Я думаю, что такое же будет, ну понятно, что в БЮТ. Это уже старая традиция там среди своего окружения выбирать. Такое же наверняка будет у господина Ваната, да, у представителя Порошенко, у Губнина. Наверняка будет такое же. То есть люди просто представят список, а бренды их все потащат. Где же тогда, собственно, изменения? Ну, мы помним, знаете, как бы выборы и в мажоритарку в парламент тоже как бы проходили люди и в конечно, мажоритарку в парламент списке, аналогично, да. Будет по 4 кандидата от демсил на одном округе, кто выиграет, понятно, более структурированные, более организованные, более богатые и представители Ахмед. Да. Конечно, конечно. А по поводу оппозиционного блока в Запорожье, ты считаешь, они смогут пробиться в городской совет, учитывая то, что рейтинг провластных партий сейчас, ну, у них крутое пике, как в каламбуре. Как ты думаешь, да. и кто пойдет в мэры, к примеру, Шурма, глава оппозиционного блока? Ну, то, что в мэры, скорее всего, пойдет, ну, я думаю, что пойдет господин Шурма, ну, я думаю, что процентов на 90. Те вот рассказы, что сейчас они договорятся с Сином, я считаю их ошибочными. Почему? Потому что Син себя позиционирует не как провластный. Но он уже ушел обратно, вот он ушел с партии регионов, теперь он обратно вернется в облок, как бы, ну, у людей еще больше вокруг вопросов возникнет. Но это кажется. Он совсем уже запутает Но людей. Это в его стиле будет. Почему? В его стиле, да. Но есть определенная категория людей. Еще говорят, что он якобы будет играть на поле облока. Ничего подобного. Есть определенная категория людей, которые голосуют всегда за власть. Любую власть. Вот им нравится власть. Вот стабильный. Кто у нас сейчас власть? Это господин Порошенко. Куда и пытался в свое время вступить господин Син. Правильно пытался, собственно, это был его определенный шанс. Мне говорили, что с Гройсманом он общался. Ну, это, опять же, как мне говорили, небольшая инсайдерская информация, не знаю, насколько правильная, но говорили, что он общался с Гройсманом, но Порошенко заблокировал, как бы. Ну, да. Я надеюсь очень, что заблокировал. Поэтому он, скорее, Син, когда пойдет на выборы, он не будет играть на поле облока, он будет играть на поле провластных партий. Отгрызая, соответственно, рейтинг у пока еще не существующего кандидата в мэры от
скажем так, демократов. А кого ты видишь кандидаты в мэры? Вот смотри, я посмотрел список. Нет, смотри, есть такая вообще интересная риторика. Она связана с тем, что вот у нас выбирать не из кого вообще. Так это для этого и делается. Или шурма, например. Естественно, это отличная риторика. Пропиаренные личности, как бы, тем более на заводах мы знаем, людей заставляют голосовать. Да. Пишут смс-ки, что голосуй или получишь премию. Кто становится нардепом по Шевченковскому микрорайону? Там структурированный. Уже вторую тысячу лет. Не в обиду будет сказано такое вот слово, не очень хорошее. Покорный электорат. Скажем, как начальник скажет, там процентов, я думаю, 80, и так люди и сделают. Собственно, одно предприятие, сейчас жуткая безработица, чего уж тут. Вот, мы хотим оставить рабочие места, и для этого уж проголосуем за наших. Очень может быть, что процентов 80 работников Запорожстали той же, там, Запорожкокса и так далее, они проголосуют, и их семьи, за конкретно представителя ОПОБЛОКа. Кто сейчас может пойти от Демсил? Ну, их масса, и в этом проблема. Нет какой-то точки одной, нет вот этого острия, на которое бы все поставили, договорились бы, поставили. Звучали инициативы о выдвижении там какого-то как отдельного кандидата от демократических сил? Да, неоднократно звучали, и тут же забивали. Он оказывался гадом, сволочью, там, продажным, негодяем. То есть, по-твоему, реально все-таки в итоге прийти к какому-то консенсусу? Ну, для этого я эту дискуссию начал, чтобы мы начали искать консенсус. Еще поиска даже не было, дискуссия не велась. И, собственно, моя попытка... Она показала, что людям проще критиковать вот тем же революционерам, тем же демократам. А вот предлагать и конструктивно что-то обсуждать, вот именно хвалить, скажем грубо, почему-то люди не умеют. Более того, мой пост многими был воспринят как, не знаю, как самопиар. Конкуренция, как самопиар, да. А не как начало дискуссии. Ну вот мы можем посмотреть, сейчас может вы видите плазму. Вот, собственно, сам пост. Здесь вы предлагаете, я так быстро бегло прочитаю список, Елена Еременко, Ирина Лехта и Сия Мельниченко, это известные общественницы в Запорожье, Игорь Зубко, активист, волонтер, активный участник Майдана, Алексей Яценко, опытный депутат городского совета, патриот. Анастасия Голикова, это волонтер, активист, умный, честный и рассудительный человек. Тут просто какой-то троллинг, где она будет хорошим противовесом Елене Еременко и Тейси Мельниченко. Не, ну это не секрет. Елена сама говорит, что она холерик по характеру. Да, да. Сергей Тиунов, силовик, активный участник Киевского Майдана. Дмитрий Харьков, тоже силовик, тоже представитель самообороны, но уже официальный. Да, да, да. Да, да. Тимур Кныш, участник КТО, который вот недавно вернулся из плена, Рома Акбаш, это краевед, журналист и сейчас пресс-секретарь Металлурга, Валерий Зотов, Екатерина Короченко, Альберт Павлов, Людмила Шанс, Юрий Сидоров, наш коллега, журналист «Грамматико». И мне просто понравился вот ваш комментарий. Вам тут написали: Богдан, а вы пойдете? И вы вот, сейчас я скину тоже на плазму, если можно. Вот такой вот ответ вы дали на... Ну я же не мог себя предать. В принципе... Сейчас, если видно, вот. Как насчет самого Богдана Василенко? Он тоже внес немалый вклад в борьбе с нечистью. Молодой, энергичный, смелый, грамотный. И ответ просто вот. Не, ну я... Ну, так не скажешь по работе. Я... не люблю лести или похвалы такой, не очень я хорошо к этому отношусь. Но спасибо, что похвалили. Вот. А то, что, скорее всего, очень может быть, если останется мажоритарная система, то на один из округов я пойду. Угу. Вот так, ты нам, я помню, говорил, что сказать, не пойдешь. На мэра я сказал. А, на мэра, извините, да. На мэра нужны большие деньги. А на округ, в принципе, там уже ножками сходить, предложить людям действительно стоящий какой-то проект и так далее. И... пройти в горсовет по мажоритарке. Если опять-таки добавим, если не будет целей у каких-то сил, там тех же демократов, или выставить там 20 кандидатов, там, из них там 5 майдановцев и 6 борцов каких-то, революционеров, там, или и двух редакторов, например, вот и тогда пройдет ОПОБЛОК, или просто деньгами забьют. Не, просто, ну, ты имеешь в виду правильное распределение сил на округ. Конечно. Да, 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 да. А для того, чтобы было правильное распределение по округам, по спискам, должен быть хоть какой-то диалог. Но это ОПОБЛОК может всунуть там кого, и то, опять-таки, давайте вспомним, без, что... Без обсуждения. Ну, без обсуждения, да, но у них будут известные люди. А среди демократов и тех же волонтеров известность, уж простите, опять при уважении, в узких кругах это в Фейсбуке. В широких, в офлайне их почти не знают. Ребят, ну, очень часто общаюсь я с людьми, на улицах в том числе. Подходишь на улицах. В том числе и подхожу, многие ко мне подходят.
Они не знают вот то, что мы обсуждаем в фейсбуках, с этими хоть 10 тысяч лайков. Не, ну, понятно, они, да. Они там не знают таких известных, как Филатов тот же. Понимаете, у него там 12 тысяч лайков, выходишь, а люди на улицах не знают как его. Как про запас. Кстати, по поводу про запас. Господи, да что же вам про запас? Ну, у человека скажу, просто... Скажу, что опять я провокатор. Не надо. Не, просто, ну, видно, точнее, он нам говорит, что он не знает, пойдет ли он мэр или нет, будет ли он участвовать вообще в каких-то выборах или нет. Он нам говорит, что он не знает, пока он выбирает. Но видно, что у человека есть политические амбиции. Это как бы невооруженным глазом видно. Почему вы его не пустили в список? И почему нет Юры Хохлова, например? Без вопросов я бы пустил. То есть это мой вариант. Это ваш вариант, да. Я же предложил добавлять. И почему не просто добавлять, что вот имя. Я говорю, а вот чем он будет полезен? Ну, чем он был полезен и заметен раньше, и чем он будет полезен сейчас? К сожалению, я знаю Спина Хохлова. Но тот, кто его предлагал, по-моему, там одно предложение, по-моему, было. Да, я попросил, расшифруйте. Как бы я и про Тараса Белку попросил, что расшифруйте, его просто могут не знать, чем он будет полезен. Да, вот Тараса Белку там тоже, кстати, предлагали. Там предлагали, и я такой же вопрос задал по поводу Тараса Белки. Покажите, где его сектор возможной работы в горисполкоме, покажите, что он сделал раньше. Пресс-секретарь. Ему скучно будет. Прощаемся с Анатолием Остапенко. Вот, к сожалению, мой пост ни к какому диалогу не привел. Ну, смотри, к сожалению. А ты думал, что приведет, правильно? Потому что я был должен Майдан. Был это попробовать. Нет, но был Майдан. На Майдане были те же силы, те же вот люди, которых мы, фамилии которых мы только что прочитали. Что мы видим после Майдана? Майдан закончился, люди разошлись по разным группировкам, и начинается вот такая междоусобная война. Как только Майдан стал властью, эту власть стали делить люди. Я же туда сразу же отошел, потому что тараканьи бегах я не люблю. В городе же Майдан, грубо говоря, активисты Майдана, они власть, грубо говоря, не взяли. Потому что нет, они сейчас, я не буду говорить все, многие из них сейчас просто являются инструментами достижения тех или иных целей. Например, кадровых назначений, там, секторов хоздеятельности, предприятий, контроля над предприятиями, там, больницами. Но ими манипулируют, ими же. Я думаю, что некоторыми однозначно манипулируют, а некоторые вполне сознательно по своим определенным целям. И что дальше будет? Вот скоро выборы. Что будет дальше? Ну вот смотри, пойдет кандидаты, например, там, Син, Шурма. И там 4 кандидата демократических сил. Главная борьба, я так понимаю, что, ну, судя по рейтингу, будет между Сином и Шурмой в итоге. Ну, если не начать, не договориться хотя бы до начала лета, потому что летом никто никого слушать не будет, люди будут заняты или войной, или отпуском, кому нет дела до войны. Ну, в июле, Господи, как бы можно давать старт уже предвыборной. Если до лета не договорятся, силы демократические, увы, к сожалению, процентов на 80 выборы будут проиграны. А какие ты видишь вообще возможные пути объединения? Вот, ну, диалог не получается. То есть, просто, как усадить людей давайте, за вот такой стол? Ну давайте, действительно, может. Но дело в том, что усадить их за стол почти невозможно. Вот посмотрите, вот я вместе упомянул, например, Ирину Лех там, и Сергея Тимунова. И тут же как пошли друг друга они поливать, там, ну не у меня прямо, а там на странице Лех там, и так далее. Ну как их со стола усадить, они же съедят друг друга. Знаете? И это очень плохо, и это на руку кому? Тем, кто более структурен. Это Апоблок и это Александр Син. Все. Если хоть как-то смягчить, вы же простите, из моего списка мне тоже далеко не все нравятся. И я помню, как, что они обо мне говорили публично и так далее. Но давайте наступим на горло своей песни. Нравится вам, не нравится, давайте как-то... чтобы нравиться перешло в надо. Мы же как-то вот все вместе знали, вот майдановцы, кто такой Василий Варецкий. Да? Ну, он был главой городского удара во время Майдана. И поэтому его все терпели, в том числе и я. Хотя я его знаю уж как облупленного. Ну, вы тем более шли от удара в 2012-м, да. Ну, меня выдвинул удар, да, абсолютно верно. Вот поэтому я его прекрасно знаю. Но на время Майдана не время было ругаться, потому что мы проиграли, мы и так были слабы. Вот и сейчас мы слабы. Демократические силы сейчас слабы, откровенно слабы. Политики будут, скорее всего, ну я надеюсь, что не так, но скорее всего будут напихать своими креатурами какими-то, которые вряд ли, далеко не все будут представлять и демократов, и интеллектуалов, и реформаторов и так далее. А общественники у нас отсутствуют, они вот как пар, нету их. А как бы это сконденсировать все, и какое событие для этого должно произойти, я, к сожалению,
сейчас не представляю. Ну вот мы видим буквально на прошлой неделе после нашего эфира разгорелся конфликт большой между Еленой Еременко и Ириной Лех, да, и самообороной с другой стороны, то есть связанный вокруг вот закупок вот этих вот резонансных в аптеках самообороны. Которые... Ну тоже довольно странный факт, то есть а был ли мальчик из серии? Если самооборона пришла вот таким массированной атакой в аптеку, они должны были оттуда увести какие-то доказательства, вот четкие, жесткие. Если пришла защищать эту аптеку Ирина Лех, она должна была пояснить свои мотивы, а не просто то, по-моему, там скажут, что бизнес-союз, клиент, да, или что-то такое. Ну, вы знаете, ну, как-то странно звучит, как бы, что это мой клиент, давайте его защищать. Хоть он наркотой торгует. Ну, просто на таких вот мелких вещах, грубо говоря, и разрушаются все демократические связи. Да. Вот и что этот конфликт опять, что сделал? Усугубил еще больше разногласия. Понимаете, ни о каком объединении сейчас, к сожалению, речь не идет. Может, в том числе и потому, что вот то, что я говорил раньше, что разные группировки тыкают подконтрольных или лояльных общественников в нужных им направлениях. Причем многие эти группировки, давайте говорить прямо, никаким демократам или, так условно говоря, хунте не относятся. Знаете, они скорее имеют какой-то пророссийский крен или коррупционный крен, если уж грубо говорить. Вот. Не вижу я сейчас, каким образом можно объединить демократов или хотя бы заставить их говорить друг с другом и друг о друге без вот этих штампов сразу. Предатель, продажный, козел, негодяй, сволочь и так далее. То есть на этом диалог не построишь. А других слов они почему-то вот не хотят подбирать. Ну, может, тогда не стоит говорить об объединении, там, а как-то... Тогда ну, давайте, да, лапки кверху хотя бы, да, и пусть его блок все забирает. Нет, я имею в виду, что, может быть, надо двигать, ну, вот, двигать, как бы, конкретно человеку выдвигаться без, там, какого-то одобрения, ну... А я же говорил, чем опасность, стороны. А их там будет 10 штук. Понимаете, примерно рассеется. На одном поле, да, да, хоть какая-то, хоть минимальная договоренность, хоть... Ну ладно, еще там союз, но хотя бы пакт о ненападении нужно. Вот сейчас нужно заключать пакт о ненападении. Время еще есть, времени крайне мало. Но оно еще есть. Ты написал пост в Фейсбуке, с кем-то лично общался? Я знаю, что Тимур Кныш написал, что он там за эту идею. Люди некоторые за. Но там Елена Ременко написала, что она останется больше в общественном. Да. Я назвал тех, кто, по-моему, достоин. То есть я не говорю, что это вот кандидаты идут. Понимаете, это тот, кто, кого я считаю, кто принес бы максимальную пользу в горсовете, особенно если пошли вот этой командой. То есть это же речь не всегда о мэрстве непосредственно, то есть да. Это могут быть и какие-то там депутаты. Нет, это не мэрство, это потенциальный депутатство, то есть тот же Альберт Павлов, я не уверен, что он куда-то пойдет. Я не уверен, что он оставит свой... У него и без этого. Ну как бы да, что ему вообще это интересно. Но он более чем достоин, понимаете, он почти, как по мне, святой человек, он более чем достоин, чтобы заниматься в том числе и медициной, благотворительностью, детскими проблемами в горсовете. И он будет заниматься этим качественно и эффективно. Понимаете? То же самое вот эти два силовика, Харьков и Тиунов. Они будут эффективно там контролировать, бороться с коррупцией и заниматься контролем силовых органов. Я в этом более чем уверен. Но вместо того, чтобы договориться, выбрать четкую позицию, распределить, например, округа хотя бы вот эти вот между демократами, и потом вот этой договоренностью давить на политиков, чтобы они не ставили на определенные округа своих людей. Вместо этого каждый разбежался по своей норе. Естественно, что это на руку, кстати, не только по блоку, это на руку и Порошенко, это на руку и господину Яценюку и так далее. Потому что конкурентов нету. Они сами теперь будут банковать и округами, и списками. Ну, вот мы видим, есть такая инициатива в горсовете, а в облсовете что? Ой. Что вообще по поводу губернатора, кстати? Да. Это вопрос, на секундочку, из чата нашего. По поводу, то есть, мое отношение, да. Я не считаю, что господин Самардак будет эффективным губернатором. Почему? Я это не считаю. Ты не думаешь, что он на своем месте, да? Ну, как сказать, по масштабам он подходит к губернаторскому креслу все-таки. Потому что были у меня опасения, что этим будет Эдуард Гугнин губернатором, который еще явно не готов к такой масштабной должности. А вот по направленности, ну как-то мне кажется, что он слишком в прошлой системе находится, чтобы заниматься там реальным реформированием, реальным контролем и так далее. Ну, то есть может наступить на грабли. Нет, мы помним его представление. Ну, по поводу граблей там, кстати, не прав, он правильно граблями делал все. Я не понимаю, почему так люди накинулись. Мелкие камни гребут не гребенка, а другим концом. Опытный хозяйственник перед нами был. Нет, мы просто помним назначение.
сельскохозяйственник, да. Мы помним назначение Григория Самардака, когда кто присутствовал в зале на этом назначении во время представления, то есть какой был безудержный шквал аплодисментов, то есть, ну, а там присутствовали, ну, как бы, так называемые все запорожские элиты, там, в том числе и там... Экс-регионалы. Да, конечно, они были рады, что им не приперли кого-то, то есть какую-то жуть. Из этого можно Господи, вроде Евгения Червоненко, понимаете, они действительно были этому рады. То есть он по факту человек из системы, как бы человек, вросший в систему, ну, может, не коррупционную систему Януковича, ну, вот внутреннюю запорожскую систему. Его знали, да. В общем. Его знали, он наверняка был в каких-то схемах, причем нечистых. Наверняка, потому что, ну, клан Дворецкого, индусы, это же известно, хозяева города. Он не мог быть не задействован в каких-то схемах. И, соответственно, все понимают, что тот, кто в схемах участвовал, тот их накрывать не будет. Знаете, это понимаю там и я, ну, к примеру. Вот поэтому лично я отношусь к этому назначению, скажем так, весьма осторожно, но предложить кто лучше, к сожалению, не могу, поэтому и не особо это тему педалирую. Думаешь, его пролоббировали, да, в кабинете у президента? Я думаю, это от безысходности, потому что там закончились даже запасные игроки. Резниченко был уже запасным игроком, его не планировал никто, и он сам никуда не хотел. Его уже от безысходности пихнули сюда, а когда освободилось, пришлось уволить вакантное место. Да, Коломойского, то тот оказался более важным регионом, и нас опять оставили, говорится, то, что есть. Но продолжим к облсовету, перейдем обратно. Что с ним делать? Ну, то есть у нас там большинство, опять же, депутатов от партии регионов. А там и будет большинство депутатов от партии регионов, в областном масштабе нет таких там, ну, супергромких имен, которые хотя бы на Фейсбуке, да, попадают. Ну, кто там будет? Там могут быть крупные фермеры. Крупные фермеры почему стали крупными? Потому что они или были в системе под партией регионов, совместно работали, или их задавили. Ну, вот там примеры господина Кривохатько, который довольно на высоком уровне, именно политическом, находился, и то его душили так, что он уехал за границу. Это вот яркий пример. Но сейчас народный депутат. Ну, сейчас народный, ну, что ж, душили, стал народным депутатом. Поэтому я думаю, что эти фермеры будут. Они обычно весьма консервативны, будут известные чиновники, наверняка, например, как Васильев, этот клан главы района. В Мелитополе будет там явно какой-то русофил, вроде господина Балецкого и так далее. Поэтому особых, ну Бердянск, то понятно, то да. Пономарев, Бакай, да, ну, это вот. И т.д. Поэтому у меня особых надежд на областной совет, в то, что там хунта переможе, понимаете, у меня никаких нет. Я думаю, что там будет довольно четкое большинство представителей старой власти. Угу. На этой позитивной ноте, опять же, уже скажете. Я мастер позитива. Хотелось бы сказать, что Громадская готова предоставлять, собственно, эту студию, наши прямые эфиры в качестве площадки такой для обсуждения. В прямом эфире тоже. Для дискуссии, да, какой-то по поводу, то есть мы тоже хотим поучаствовать вот в этом каком-то процессе. Мы не хотим в депутаты. Вы что, подеребанить хотите, я знаю. Нет, мы хотим, чтобы все-таки в области началась вот эта, мы поддерживаем инициативу Богдана и хотим, чтобы дискуссия продолжилась. И чтобы мы вот из этого вот броуновского движения, может быть, выболтали там одно-два имени, на которых там более-менее компромиссные, на которые бы согласился регион. Иначе, ну, мы пожнем на грядущих выборах то, что мы пожнем, собственно. Две кандидатуры, которые... в прошлый раз пожали. Уже жали, да сколько можно. Не дожмем никак. Не дожмем.